Вот в Таиланде сезон дождей. Работы нету, туристы все сидят по отелям. Автобусы переворачиваются. Автобусы переворачиваются от Наталитура, от настоящих от улицы, туроператоров от улицы, переворачиваются. От улицы. Вот от таких вот агентов продают. Спасибо. Ладно, все. Давай, да дальше. Поэтому только покупайте экскурсии. На улице экскурсии. У своих гидов. Самое безопасное место. Это так. Паттайя парк. Это говорит уличный гид. Уличный гид, который барыжил этими экскурсиями. Его автобус разбился. Все погибли. Это официальная информация. Все погибли. В Таиланде все плохо, сезон дождей. Кстати, вот действительно. Сезон дождей. Сезон очень, дождей. Очень плохо. Капает прямо. Вот если на воду посмотреть, капает. Капает. И Натали Тур. Нам очень плохо. Да похуй сюда на твой взгляд. Нам очень здесь плохо. Нам холодно. Мы мерзнем. И все остальное. Да. А. Путин, осень. Не забирай нас отсюда. Мы тебя любим. Осень, мы осень. Мы тебя, Путин, очень любим. Осень, осень. Дождь. Итак, сезон дождей. Да. Осень, осенний период, самый плохой. Ну как тебе, Руслан? Сезон дождей. Хорошо. Вот так вот. И в сезоне дождей можно получать вот так удовольствие. Вот проводим плохо время. Мерзнем под дождем. Голодаем. Ну, нет работы, денег тоже нет. Поэтому все должны ехать в Таиланд. Никаких курортов Краснодарского края, никаких Египта, Турции со своими дорогими ценами. Этому человеку 45 лет. Только 5-летний дабл-дедушка. Да. А вокруг Пешком. Дождь. Поснимай меня. Вокруг дождь. Практически снег. Нам падает на головы. Осень. Но мы купаемся в тепленькой водичке. Очень хорошо. А как же вы там, мои друзья из Санкт-Петербурга, поживаете? Наверное, вам тоже жарко. Как заныв? Голосуем за Путина. Это главное. Патриоты России. Мерзнем. Под дождем. От дождей спасаемся в бассейне. Потому что находиться невозможно вообще. Что это такое? Тропический ливень. Ha, 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 ha.